Привет, это детские наушники Tronsmart KH03. Следующая модель наушников, которые я вам недавно показывал. У меня есть и KH2, и KH3. Сравним их сегодня. Наушники Tronsmart KH03 чуть увеличены относительно предыдущей модели, имеют пассивное шумоподавление, увеличенное время работы и даже RGB-подсветку. Остались некоторые фирменные особенности, как то ограничение максимальной громкости и антивандальная пластиковая конструкция, для детей, кстати, в самую тему. В KH03 добавили некоторые фишечки, которые их и отличают. Для начала сделали больше аккум, и он по заявлению даст возможность наушникам работать на протяжении 70 часов с громкостью ниже 85 дБ и с включенным шумоподавлением. Аккум на 700 мАч. Вторым улучшением стала подсветка наушников. Это интересное и очень классное дополнение для ребенка. Я уверен, что ему очень понравится и сам дизайн, и подсветка в наушниках. Для комфортного прослушивания музыки третьей фишкой стала функция пассивного шумоподавления, которую можно включить и отключить отдельной кнопкой. Работает по тому же принципу, как и большинство, подавляя низкие и средние частоты. Это будет актуально при использовании в транспорте, например, приглушая звук двигателя. Но если будет рядом разговор двух людей, то активное шумоподавление будет лишь немного урезать громкость от беседы. Давайте познакомимся ближе с наушниками и немного их сравним, новую модель и предыдущую. Предлагаю познакомиться с новыми наушниками Tronsmart KH03 в сравнении с предыдущими наушниками KH02. Итак, как вы видите, вот это KH03, это KH02. Третьи, они немножко побольше. Также у них немножко побольше будут амбушюры. Эти вот двоечки, они более гибкие, имейте в виду. Эти тоже гибкие, но не такие, более жесткие. Я уверен, что K03 также очень тяжело убить, как и K02, но вот такой нюанс, как бы, надо иметь в виду. По звучанию они очень-очень похожи, но я думаю, они одинаковые по звучанию. Но в K03 есть некоторые отличия. Помимо своих размеров, наушники имеют шумоподавление. Это, как я помню, пассивное шумоподавление. То есть шумоподавление заключается в уменьшении окружающих шумов. Не полностью их удалении, скажем так, а лишь уменьшении. То есть шумы вы будете слышать, но не так отчетливо. Также у них есть подсветка, что прикольно. Возможно, для кого-то будет немаловажно. Ну, если мы берем, что это детские наушники, то подсветка, ну, крутая тема. Также у наушников осталась регулировка звучания по децибелам, что также хорошо, как для детей, потому что родитель может визуально наблюдать, а фактически регулировать громкость звучания наушников. Вот так они выглядят. Управление осуществляется лишь на одном наушнике, на правом. Также в этих наушниках KH03 есть надписи Right и Left. На двоечке их нету, но это не столь важно. После запуска мы видим, что у нас мигает подсветка. Выглядит это реально прикольно. Можно подключиться по Bluetooth, можно не подключаться. Подсветкой управлять очень легко. Должно быть одинарное нажатие на плюс и минус. Раз, вот мы регулируем подсветку. Можем ее вообще выключить. Это нужно будет, если вы захотите, чтобы ваши наушники играли очень долго. Я думаю, что поначалу дети будут использовать подсветку, а потом, если вы, например, куда-то едете, то подсветку будете выключать. Также зарядка у нас осуществляется через Type-C, новый стандарт, круто. Можно подключать наушники по Bluetooth, можно через AUX. Ну, также стандартно, также круто. Звучание наушников очень приятное. И визуальная составляющая также, ну, модная, приятная, классная. Наушники на ушах сидят отлично, очень комфортно. Вот таких два экземплярчика имею. Рекомендовать к покупке для детей смело могу. Это уже для более старших детей, это для более младших. Но я мог надеть без проблем вот эти вот KH02 наушники. И KH03, они немножечко больше в открытом состоянии, как вы можете наблюдать на камере, я думаю, видно. То есть без проблем вот эти вот наушники можно использовать. То есть, грубо говоря, можно взять как и ребенку, так и себе домой. Будут такие вот универсальные наушники. Как-то так.
Опять же, если вам нужен подобный девайс, фирму Tronsmart, рекомендую к покупке. По ссылке в описании, если вам интересно, можете выбрать разные цвета. У меня, как вы понимаете, этот цвет или универсальный, или больше под мальчиков. Ну, я бы сказал, что больше под мальчиков, но и девочки, в принципе, зайдет. Так что как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока.